На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Снова разгром. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» провела второй поединок чемпионата Беларуси. Соперницами подопечных Томаша Чатера были гандболистки дубля БНТУ. Матч проходил в Гомеле. Несмотря на разницу в классе, гомельчанки не выглядели расслабленными. Доказательство тому – 55 голов, заброшенных в ворота столичной команды. 13 из них на счету Виктории Дивак. Она самая результативная в рядах Гомеля. Ответили гости 25 точными бросками. Главный соперник гомельской дружины за золото чемпионата БНТУ «БелАЗ» также пока идет без осечек. Обыграна Виктория Берестьем 32-17. У подопечных Сергея Цыганкова ситуация диаметрально противоположная. Мужская команда гандбольного «Гомеля» потерпела второе поражение. На этот раз гомельчане на домашнем паркете уступили столичному «СКА» 24-31. По 6 голов в активе Смоликова и Кожедуба. Они самые результативные в рядах хозяев. 11 сентября команде Сергея Цыганкова предстоит вояж в Брест, где соперником будет чемпион страны БГК имени Мешкова. В Гомеле проходят Олимпийские дни молодежи по академической гребле. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов 2002-2003 годов рождения. Каждая команда насчитывает 16 человек, 8 девушек и 8 юношей. Это отборочный этап. Лучшие гребцы поедут на Республиканские Олимпийские дни молодежи, которые пройдут с 19 по 21 сентября в Заславле. Этим турниром и завершится сезон для гребцов. Осенью и зимой спортсмены продолжат общую физическую подготовку и работу на специальных гребных тренажерах. Сегодня второй день у нас соревнований. За первый вчерашний день отличились хорошо наши ребята гомельские. Они выиграли двойку без рулевого. Это Кропотин Даниил и Пинчук Захар. Экипаж, который пришел вторым к финишу, это была команда Мозыря. Вот третьи были гомельские ребята. Иванчиков Михаил, перспективный парень. Трибиустов Георгий, это наши гомельские ребята. Подают большие надежды на будущее. Вот. Девочки в Гомеле сильная очень. Пучковская Светлана, вот, Иваровская Дарья. Вот. Много молодежи перспективной, которая будет представлять Гомельскую область на республиканских соревнованиях. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».